уважаемые друзья, сердечно вас приветствуем, и для меня это большая честь, и я думаю, это огромная необходимость в такое время, как сейчас, почаще общаться, потому что события развиваются не под детские. Но кто бы мог бы представлять себе в январе во время поста, когда мы молились и провозглашали этот год годом познания славы Господней, что в марте разыграются такие события? Короче, ну вот мне кажется, чтобы жизнь была интереснее, Господь не дает нам скучать. Поэтому, уважаемые подписчики, уважаемые фолоры, я очень рад, что вы сегодня здесь. И я с огромным удовольствием бы э, пообщался с вами. И если у вас есть вопросы, пишите. Я постараюсь ответить. Конечно, желательно, чтобы вопросы были по, в русле текущих событий, потому что мы не хотим говорить о вещах, оторванных от реальной жизни. На самом деле, если говорить, ну, перед тем, как мы зачитаем эти вопросы, в целом настроение, в целом обстановка, в целом, что окружает нас. На самом деле, это экзамен, это тест. На самом деле, сегодня все сдают экзамены на зрелость. Если вы меня спросили, что такое духовная зрелость, одно из определений могло бы прозвучать так. Духовная зрелость ⁇ это способность справляться с неопределенностью. Если человек способен справиться с неопределенностью, у него есть будущее. Но если неопределенность затягивает как в болото, и человек теряет себя, человек теряет все на свете. Поэтому первая мысль, уважаемые друзья, для того, чтобы победить неопределенность, нам необходимо иметь целеустремленность. Вообще, кто ты? Какая твоя миссия? С кем ты? И против кого ты? Поэтому сегодняшняя а, реальность, а, она экзаминирует нас на нашу истинную христианскую принадлежность, Христос. Выдумай, выдуманный ли он э, герой или это реальная личность, живущая в нас? Дух Святой, это эмоции, это просто настроение или же э, наша навигация, э, это наше э, водительство, которое дает нам четкое понимание, кто мы и куда мы идем, уважаемые друзья. Не хотелось бы просто поболтать полчаса. Не хотелось бы просто почесать языком или там повторить какие-то заученные привычные вещи. Очень бы хотелось, чтобы это время было назидательным, чтобы это время было благословенным и чтобы это время было формирующим в нас эту четкую позицию, куда мы идем. Не зря в Писании однажды было озвучено покажите вере вашей рассудительности. Способность рассуждать ⁇ это способность верить. А способность верить ⁇ это способность а, побеждать. Ну и вот я вижу один из первых вопросов. Мы а, предварительно познакомились с ними. Конечно, ну, только ленивый сегодня не знает, что на повестке дня. А, конечно, речь идет о а, этой эпидемии о коронавирусе, который, к сожалению, или как к счастью, не знаю как, захлестнул сегодня э, мировую общественность. Я э, не склонен гипертрофировать эту проблему в той же самой мере, как не склонен не обращать на нее внимания. Существует много разных точек зрения, существуют разные мнения, э, но на мой взгляд, и если отвечать на вопрос, что такое коронавирус, я благодарю Бога за то, что незадолго до того, как разразилась вся эта истерия, у нас был форум 6-8 марта. У нас был форум «Стражи на стенах» под названием «Исцеление и оздоровление общества». И как раз на повестке дня этого мартовского форума Стоял вопрос коронавируса. У нас было шесть а, делегаций из разных стран. И это не был разговор домохозяек или таксистов, которые знают абсолютно все и компетентны во всех вопросах. Это были э, три площадки. Врачи, политики и священники. Причем э, люди, которые занимают достаточно серьезный и высокий уровень а, государственной жизни. И что я слышал об этом? Я не могу обладать информацией обо всем, но мудрость жизни заключается в том, чтобы познавать истину со всеми святыми. И что же мы слышали? Кто-то из вас а, следил за развитием событий и а, слушал или смотрел панельные дискуссии на эту тему. Хотелось бы вот что отметить. Даже участники этого форума, они имели разные точки зрения. Пока не грянул гром. Хотел бы отметить а, мнение а, американской команды. Елена Никитская она заявила. А, и это заявление, оно было ну, такое, почти на грани фол, на грани шока. А, она заявила о том, что существуют достоверные данные. Документально подтвержденный о том, что коронавирус это биологическое оружие, которое очень скоро будет испытано по всему миру. На что делегация из Голландии, ну, ну, откровенно рассмеялись и, и, и была и изложена другая точка зрения, что это, ну, это глупость, это... Это ну, ну, это, ну, не стоит из мухи раздувать слона, и, ну, якобы коронавирус ничем не отличается от свиного гриппа или птичьего и так далее. Но подумайте только на секунду, птичий грипп не захватил в мировое пространство, и малярия не захватила, и, но когда сегодня, спустя несколько недель, март еще не завершился, мы видим эту массовую глобальную истерию. Страны закрываются, аэропорты закрываются, э -э -э происходит сумасшествие, закрываются предприятия. Мы здесь, в Латвии. Я думаю, что такая же ситуация в Украине, такая же ситуация в Америке. Я, честно говоря, не ожидал, что эти события так быстро и стремительно начнут развиваться. И, скорее всего, включили этот механизм по полной программе. За эпидемией коронавируса стоят определенные силы. И я абсолютно убежден, и я абсолютно согласен с господином Ховардом Брауном, который заявляет, что именно как раз подтверждая точку зрения Елены, что это, естественно, это биологическое оружие, которое призвана к тому, чтобы контролировать общественное сознание э, мировой общественности. И, как он утверждает, не так страшна сама эта холера под названием этот вирус 19, как вакцинация. Потому что следующий этап будет э, еще опаснее, что э, людей э, в принудительном порядке будут вакцинировать. Потому что если не будет вакцины, ты не сможешь э, э, путешествовать и так далее. А вакцина очень опасная штука. Я отвечаю на вопрос, серьезно это или не серьезно? Это намного серьезнее. Если говорить дальше, э, этот вирус это только первый этап, как э, разрушить э, эту, э, эти барьеры и объединить весь мир в одной беде. Навстречу потом выходит э, вакцинация, это вторая э, волна, третья. Вы все э, свидетели тому, что на наших глазах рушится экономика, причем рушится так стремительно, что мы даже с вами до конца не понимаем масштабов этой экономической катастрофы. Когда еще э, наш аэропорт был закрыт? А? Когда еще? предприятия просто закрывались и тысячи людей оказывались без работы. Вы на секунду представьте, пока мы еще по инерции движемся, какие-то запасы есть финансовые, есть какой-то там, я не знаю, ресурс, ну, представьте себе, если это будет продолжаться месяц, два или три, я не нагнетаю истерию, я просто рассуждаю. И, и логически э, следует что после этой медицинской якобы проблемы начнется жуткая экономическая проблема, а деньги никому никто сегодня не платит. Больше 400 работников а, аэропорта уволены. Где? На, на что они будут жить? Кто будет платить налоги? Когда церкви сегодня заявляют, что не больше 50 человек, а люди настолько зашуганы, что они сидят дома. Пожертвование в церквах, оно упадет, долги перед государством, налоги, платить не на что. И на секунду представьте, к чему это а, приведет. Недавно у меня был разговор с одним а, авторитетным человеком а, серьезных высоких финансовых кругов. И он заявляет, что в ближайшее время, буквально 20 год, может быть, 21 год. Это будет время крушения еврозоны. То есть евро как валюта, она также э, э, претерпит э, банкрот. Просто это будет девальвация полная, и страны должны будут вернуться к своей отечественной валюте. На секунду представьте себе, если такова имеется. Германия может вернуться. Они уже отпечатали пилотный тираж новых марок. Франция может вернуться. Британия, с которой вообще этот коллапс европейский начался, она и не меняла свои деньги. А что с Латвией? Что с Болгарией? А что там с этой Македонией? Что с этими странами? И там будет представлен вариант криптовалюты. Совсем недавно, когда произносили это слово, биткоин, крипто. Люди многие ржали откровенно и говорили, ай, сказки, ай, очередной разводняк, очередной МММ. А вот и не МММ. А это на самом деле план. Обнулить всю эту валюту и перевести людей на новую экономическую систему, которая будет дальше двигаться по начертанию, по чипизации и так далее. Мы Читая Евангелие, очень часто думали, что ну, то, что говорится в Откровении, то, что Христос Иисус говорил о последнее времени, но ну, это события грядущих тысячи лет. А вот и нет, эти времена наступают намного раньше. Если говорить э, о следующей волне после э, экономического коллапса, конечно, придет новая денежная система. И, конечно, единое правление. А как же решать эти вопросы, если не объединить руководство всех стран? И это не что иное, как подготовка к планам, к приходу Антихриста. Мы часто думаем, что это сказки, что это программа, которая устарела. Вы не представляете, что если у Бога, на секунду представьте, если у Бога, есть на земле представители, которые готовят путь, должны готовить путь к пришествию Иисуса Христа. У Антихриста здесь есть свои служители. И вы знаете это кто. И они готовят э, путь к Антихристу благодаря этим экспериментам. Я думаю, что мы, как взрослые люди, не имеем права прятать голову в песок и отсиживаться и говорить, а это все пройдет так далее. Это последнее время. Целая армия служителей Антихриста готовят путь Антихристу через эти глобальные манипуляции и сумасшедшие эксперименты. И если вы меня спросили, а что церковь должна в это время делать? Мы должны, друзья, занять свою прочную позицию, что мы должны готовить мир к пришествию Иисуса Христа. И когда задается вопрос, а что же, мы будем заложниками этого эксперимента. Я знаю, что Библия говорит, что э, эти, этот зверь, эти все антихристы и вся эта рать э, глобалистов, они будут вести брань э, со святыми, они будут брань вести с Агнецем, и Агнец победит их. Господин Ховард Браун великолепно раскрывает, эту тему и заявляет о том, заявляет о том, что мы должны верить Господу, который уже имеет рассчитанную победу. И в ближайшее время Христос выйдет на арену, и через своих святых Он на самом деле будет совершать эти великие подвиги и победы. Я понимаю, что здесь вопросы есть, я просто хочу в целом, друзья, сначала обрисовать саму проблему, а потом переходить на какие-то детали. Просто, если мы не понимаем в целом всей этой э, катастрофы, которая приближается, то наши вот детальные вопросики они они ничего не смогут, ну, поменять или решить в нашей жизни. Поэтому я вот приблизительно э, э, вот таким образом отвечаю на вопрос, что такое коронавирус. Это верхняя часть айсберга, под которой кроется глобальная программа. Поэтому мы должны молиться, чтобы церковь могла исполнить свое жизненное предназначение. Вот где-то так. Ответ на первый вопрос, что такое вирус. Вот как раз вот на этот вопрос я и ответил. Дальше. Переходим теперь к локальным моментам нынешней ситуации. Идти на собрание или нет так, как это будет противоречить указам властей. Хулиганить не надо. И нарушать законы тоже не надо. Иисус Христос сказал, Кесарева надо отдать Кесарю, а Божие надо отдавать Богу. Например, у нас в Латвии. Принято было постановление. Сначала 200 человек можно собираться на богослужение. Потом было сокращено это количество до 50 человек. Мы законопослушные граждане. И я считаю, что эта трансформация, когда церковь должна поменять свой привычный формат богослужения, это с другой стороны на пользу. Потому что это будет тест на нашу зрелость. И я думаю, в самую пору сегодня переходить на домашние группы, переходить на домашние собрания, где мы могли бы по-настоящему, без эпатажа, без всяких там а, специальных наворотов, а, укореняться в Боге. Потому что самая лучшая вакцина на сегодняшний день это помазание Святого Духа. Это твои личные отношения с Богом это твои корни во Христе Иисусе и если уж говорить по большому счету Христос живущий внутри нас. Поэтому не надо нарушать законы. Надо прислушиваться к рекомендациям врачей и делать все, что нам необходимо как человеку и как гражданам. и в то же время сохраняя свои глубокие убеждения, веры и служение Богу. Как вы считаете, будет ли сейчас волна спада со всей этой шумихой, или же события будут только набирать обороты и уже вести прямиком ко второму пришествию Христа? Как раз отвечая на первый вопрос, я коснулся этой грани и говорю, что это только начало. Это только начало. И вирусом не закончится. Я как уже говорил, первая медицинская волна, вторая экономическая, третья идеологическая и четвертая политическая, и там будет сражение. Поэтому э, не ждите быстрого спада, э, это только начало, и это событие, и эта эпидемия, она будет иметь уже свое логическое развитие. Могли бы вы провести параллель между новым мировым порядком и ситуацией, которая сейчас происходит в мире? Конечно. Конечно, ведь это не что иное, как борьба за новый мировой порядок. И сегодня, в условиях вот этой жуткой эпидемии, которую зарядили глобалисты, масоны и прочие геополитики, как раз это вызов нашему Господу, кто будет руководить всем миром. И в этой битве победит Христос. И Он докажет, что мировое владычество в этом мире принадлежит не масонам, ни Рокфеллером, ни Ротшильдом. Мировое владычество в этом мире будет принадлежать Господу Иисусу Христу. И вот в этой последней битве мы с вами увидим, что Бог своего владычества никому не отдаст. У Него титул «Царь всех царей», «Владыка всех царей земных», и Он этот титул никогда и никому не отдаст. Наши глаза будут видеть победу Господа нашего Иисуса Христа, когда все народы придут и поклонятся перед Ним. Это как раз, вот эти события как раз являются э, логическим развитием откровения о новом мировом порядке. О да, и теперь мы, конечно, э, <связь> возвращаемся к нашей рутине религиозной харизматической рутине имеет ли право человек называть себя пастором без рукоположения знаете как бы я ответил я не знаю там какой подтекст этого вопроса человек не должен себя называть пастором если он пастор просто будь пастором чтобы люди тебя назвали пастором вы понимаете, о чем речь? Если ты умнее всех, так будь умнее всех, только не кричи об этом громко. Знаете, кто такой пастор? Пастор этот и без рукоположения, и без специальных там фантазий или каких-то ритуалов, он просто милосердный, он любит, он служит, он благословляет, и люди к нему тянутся. Пастор это не тот, который контролирует толпу народа. Пастор это комфортабельный, уютный, э, приятный человек, у которого огромное внутреннее притяжение, и к нему люди тянутся. И даже когда они его называют пастором, он говорит: "Подождите, подождите, какой я пастор? Я просто добрый человек. Вот о чем идет речь. Знаете, что мне больше всего понравилось? Доктор Лестер Самрел. Он настолько был противник этих всех, э, как титуломании. Он говорит, когда я умру на моем надгробном памятнике, напишите, здесь покоится человек веры. Все. Что за титуломания? Неужели это так важно называть себя? Нам надо не называться, а быть, во-первых, детьми Божьими, во-вторых, добрыми людьми, служителями Божьими, а уж все остальное приложится. У всех есть наставник. А кто ваш наставник? У меня много наставников. Один из них это мой духовный отец Джон Келли, Spiritual Father. Вот в последнее, последний м -м, ноябрь прошлого года я был на конференции. Это была такая приятная встреча. Это человек, с которого новое поколение началось. Это человек, это человек который провозгласил все э, наши откровения, когда нас еще не было. И мне очень приятно общаться с ним, мне очень приятно беседовать с ним. Я знаю, что есть очень много уважаемых людей, с которыми мы общаемся. Вы знаете, что наставников бывает много, но отцов бывает немного. Я очень чту авторитет наставников, но больше всего я почитаю авторитет отцов следующий какие уже есть планы наметки на по ноябрьской конференции ну вообще оптимисты я думал что я оптимист а вообще супер оптимист наметки такие как победить макаронавирус как выжить в экстремальных обстоятельствах когда я был в начале, когда я был в начале этого года в Флориде, во Флориде, там, где была конференция с Energize я встречался там с такими прекрасными людьми, как Томми Барнетт и его сын Лук Барнетт. отцу 80, я не знаю, там с лишним. А сыну, 40, они руководят революционными центрами, Dream Center, и э, 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 мега-церкви у них. У них в э, Аризоне, э, Феникс, у них там 22 тысячи людей в церкви. У меня огромное желание, когда я там был, у меня просто пришла идея, если вы спрашиваете, какие планы, было бы а, очень... Прекрасно, и я бы очень мечтал о том, чтобы пригласить как раз, о чем мы говорили раньше, отца и сына Барнет, чтобы они поделились опытом, как за такое время отцы и дети остались вместе. Это было, для нас был бы очень важный аспект преемственности поколений. Это на самом деле благословение Авраама. И когда Бог Отца становится Богом Сына, и они вместе в одном служении, если планы у меня было огромное желание договориться, чтобы они выступили, чтобы это была как преемственность, это как передача эстафеты из рук Отца отцов в руки своих сыновей. Это как Давид, который чертежи своего храма отдал в руки своего сына. Вот где-то вот такие были планы, но, как говорится, мы планируем, а Бог располагает обстоятельства. Так, что еще дальше? Как совладать со временем, если нет рациональности? Остается подхватить коронавирус и мирно уйти из этой реальности. Конечно, это грустный юмор, грустный юмор, но я а, ну, не знаю, как отвечать. Я не знаю, как отвечать, если нет определенности. Ну, найдите определенность. Ну, найди человека, у кого есть определенность. Ну, и он тебе поможет. Как заново восстановить жертвенник Богу, который был разрушен до основания? До конца не понимаю этот вопрос, что стоит за этим словом. Про сестру не надо, пожалуйста. Про сестру не надо, следующий вопрос. Про жертвенник давайте. Так вот, восстановление развалин. Есть одна такая очень хитовая вещь, я просто тебе прочитаю, а пусть Дух Святой тебе и подскажет, что это такое. Вот тьма покроет землю, и мрак народы, умножится и зло, и беззаконие, а над тобой воссияет свет, мы ждали годы, нас Бог избрал, мы здесь не посторонние. Тебя не звали, тебя сюда не приглашали, но ты пришел, и все твердыни задрожали. Ты должен знать свое великое призвание. Ты – голос Божий, восстановитель вековых развалин. И заглушая голос компромиссных угрызений души своей и ропот нынешних сомнений, поверь, ты избран, тебя поставил Бог, восстановитель многих поколений, восстановитель разрушенных жертвенников. Даже сам Бог говорит, что наступает время, когда Бог восстановит скини у Давида разрушенную, и все, что там уничтожило, он все это восстановит. Я думаю, что есть эта великая от Бога благодать многим из нас стать восстановителем многих поколений. Наша программа подходит к концу. Да, и я смотрю, последний, последний вопрос. Вот это будет последний вопрос тогда уже все. И после этого мы попрощаемся. Алексей Семенович, как приятно. В этом году ваши темы проповеди очень изменились. Вы сейчас очень строго говорите о спасении спасенных и о конце времен. И очень важно дойти христианам путь до конца и не потерять спасение. Прокомментируйте это, уважаемые друзья. Я комментирую, что мы должны не повторять 90-е. Мы не должны копировать то, что было 20 лет назад. Мы должны делать то, что Дух сегодня говорит церквам. И откровенно комментирую, что сегодня моя задача. Может быть, не столько спасать грешных, сколько Господи, помоги нам довести наше стадо, наше поколение, наше движение до а, обетованной земли, чтобы спасая весь мир не погубить душе своей. И если конкретнее комментировать, Бог дал сейчас ответственность готовить церковь к пришествию Иисуса Христа. И моя молитва, чтобы этот дух ожидания, чтобы этот дух ожидания пришествия Иисуса Христа пропитал наши клеточки. Вообще, Христос скоро придет. И если мы только в этой жизни надеемся, надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Я думаю, друзья, что самое главное в нашей жизни это не красиво начинать, это не просто начинать красиво, а триумфально завершить свою жизненную миссию, как однажды апостол Павел сказал, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец жизни, который Бог приготовил не только мне, но и всем возлюбившим пришествие Его. Я думаю, друзья, говорить о земных чудесах и не говорить о нашей Родине, которая нас ждет. Иисус сказал: веруйте в меня и в Бога веруйте. В доме отца моего обителей много. А если бы не так, я бы сказал: я пойду и приготовлю, чтобы там, где я и вы были со мной, нас в небеса ждут. И горе нам лидерам, если мы говорим все о том, что должно происходить на земле, и не готовим их наследников к тому, чтобы наследовать наши законное наследие на небесах. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но исцелился, нет, но освободился, нет, но получил прощение грехов, нет, но чтобы всякий верующий в Него имел жизнь вечную. И я думаю, братья и сестры, пора вслух и очень громко говорить о вечности и готовить к пришествию Иисуса Христа церковь, чтобы она была как невеста, чиста и непорочна, чтобы она могла его ждать как жениха, и чтобы, как написано, и дух, и невеста взывают «Приди». Это мое настроение, это ощущение последнего времени, и это есть откровение последнего времени. Дай Бог, чтобы мы это уразумели. Итак, уважаемые друзья, на этом наш эфир завершается. Я вас благодарю и хочу, бы, хочу в конце помолиться о том, чтобы вот в такое время мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдал сердца наши и помышления наши во Христе Иисусе. Очень бы хотелось, чтобы мы бодрствовали и молились чтобы мы не стали жертвой этой паники и истерии. Есть Бог, который сказал, ни одно оружие, сделанное против тебя, не будет успешно. И не страшитесь того, что люди страшатся. И не бойтесь того, что люди боятся. И не называйте заговором того, что люди называют. Пусть они и делают. Нам не надо быть специалистами по исследованию программ Антихриста. Нам нужно знать и быть специалистами в области программ Божьих, которые Он сейчас осуществляет. Отец, во имя Иисуса Христа я благодарю Тебя за это прекрасное время. Я благодарю Тебя за каждого, кто сегодня видит и слышит меня. Я прошу Тебя, пусть драгоценное помазание Святого Духа наполнит сейчас наше сознание и наши сердца. Пусть, Господь, придет исцеление нашей души и нашего тела. Пусть, Господь, в это время, когда люди будут издыхать от ожидания грядущих бедствий, Твой народ пусть пребывает в благодати и мире Твоем. И если на одном полюсе умножается грех, а на другом полюсе изобилует благодать, Дух Святой, прошу, переведи всех нас вот на этот полюс, где изобилует благодать. Прошу Тебя, Господь, об этом во имя Иисуса Христа Амен и в завершении благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога отца и общение святого духа да пребудет со всеми нами Амен До свидания до следующей встречи!